Здравствуйте, это еженедельная информационная программа «Стоп-кадр» на ТНТ «Онега», и я Ефим Овчинников. Сегодня увидите. Как преобразится Древлянка, парк, физкультурно-оздоровительный комплекс, дороги – все лично проверил глава республики Артур Парфенчиков. Набережная Петрозаводска, которую мы теряем, что происходит с визитной карточкой столицы Карелии. Этим летом горячей воды не будет всего 2 недели. Покажем график отключений. Если будет висеть тройник, это будет являться нарушением правил рыболовства. Где можно, а где нельзя ловить рыбу? Какие снасти сейчас под запретом? Все подробности в нашей программе. Древлянка сегодня оказалась в центре внимания республиканских и городских властей. Чиновники побывали на месте, где появится физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, заложили в его фундамент символичную капсулу. Открыть объект для посетителей планируют летом 2019 года. Еще 5 лет назад никто не мог и подумать, что на Древлянке появится целый комплекс для отдыха, развлечений и занятий спортом. Но это случилось. Лотос Плаза как живой организм. Развивается постоянно. Уже следующим летом здесь откроют физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Проконтролировать стройку приехал лично глава республики Артур Парфенчиков. Вместе с представителями холдинга «Лотос», властями города, он торжественно заложил символичную капсулу в фундамент будущего объекта. По мнению спортивной общественности, такой объект будет весьма востребован у горожан. Только на Древлянке проживают несколько десятков тысяч человек. И чтобы заняться тем же плаванием, не придется больше ездить в другие районы столицы Карелии. Таких спортивных объектов в истории Республики Карелии не было, чтобы это был, чтобы акционеры, значит, не государство строили. Было давно-давно кондопурский лидер, значит, мира построил ледовый и сейчас передал государству. Значит, но вот после этого только каток был построен частными инвесторами, акционерами холдинга «Лотос». И сейчас такого масштабного, значит, это тоже в истории Карелии номер один. Большая парковка, зоны отдыха, спортивные залы, площадка для игр. Такого в Карелии еще не было. Стоимость объекта почти 1 000 000 000 рублей. Республике и городу платить не придется. Это деньги инвестора. В формате государственно-частного партнерства, то мы с точки зрения нашего участия взяли на себя ряд вопросов, связанных с созданием инфраструктуры. В первую очередь это газификация, и здесь мы через федеральную целевую программу «Культура», сегодня уже все документы утверждены, соответствующие договоры уже подписаны, и мы понимаем, что здесь у нас сегодня есть все юридические основания для планирования строительства газопровода, который, да, с одной стороны, запитает полностью вот этот торговый, теперь дальше спортивный центр. Это будет серьезное потребление газа. И, естественно, мы эту ветку еще используем для газификации жилищных кварталов, в том числе и ЖС, в районе улицы Университетской. 2 часа понадобилось главе республики, чтобы осмотреть всю территорию вокруг комплекса. Это и зоопарк под открытым небом, детские площадки, колесо обозрения. Ну и, наверное, самое главное, рядом с «Лотос Плаза» на берегу Неглинки создадут парк «Патриот». Он расположится вдоль улицы Сыктывкарской. По сути, его уже начали строить, когда на берегу Неглинки открыли памятный знак защитникам Петрозаводска. Обещается, что это будет интерактивный музей под открытым небом. На его территории установят экспонаты, которые можно будет трогать. Здесь будут проводить уроки истории для школьников, рассказывать о Петрозаводске туристам. Ну а после экскурсии будет где отдохнуть. Вокруг «Лотос Плаза» все для этого есть.
Горожане возмущены внешним видом Петрозаводской набережной. На этой неделе в социальных сетях появились шокирующие фотографии. Береговая линия завалена мусором, урны переполнены, а сама набережная местами попросту разваливается. Это набережная столицы Карелии, и мы ее теряем. Погода и время делают свое дело, не выдерживают даже тяжелые гранитные блоки. Ну а это уже грустная достопримечательность Петрозаводска. Огромные ямы, которые образуются здесь, в самом начале набережной, чуть ниже отеля «Карелия», каждую весну. И никто с этим ничего поделать не может. Дмитрий Савченков – профессиональный спортсмен. Не скрывает, что даже он достаточно сильно рискует, катаясь по набережной на моноколесе. А вечером даже пешком ходить здесь никому не рекомендует. Если говорить про опасность этих ям, вспоминаешь о том, что когда бывает поздно вечером или когда плохая видимость, и кто-то на велосипедах катается, для них, наверное, это более опасно. Здесь скорости поменьше. Вот. Но, тем не менее, это неприятно просто. Просто вот сама набережная, красивое место у нас действительно, а то, что это каждый год появляется, ну, как-то уже забавляет просто, что вот именно так происходит. Что уж говорить о людях пожилого возраста. Во время прогулок по набережной только и смотрят под ноги, чтобы в итоге не оказаться в больнице. То же самое, что дороги, что я эти ямы одно и то же. Бесхозяйственность и отношение к делу к своему. Видите, что такое? Оно все время ухудшается и ухудшается состояние. Такое впечатление, что контроля нет ни у кого за ним. Набережную подмывает каждую весну. Всякий раз мэрия тратит на ремонт немалые деньги. Что делать, споры идут давно. Архитекторы без устали говорят, что этот участок необходимо реконструировать. Потратить придется миллионы рублей. Горожане, которые тоже кое-что понимают в жизни, смотрят на проблему проще. Как-то же в других городах укрепляют береговые линии. Вы знаете, я связан все-таки с дизайном, и со строительством, и с архитектурой, и со многими другими вещами. Нормальный инженер должен сюда подойти и просто предохранить берег от вот взрывной волны, которая идет все время осенью, ну, в непогоду. Это, знаете, как в любом речном порту, где ставят валуны и преграждают путь волне, которая долбает по набережной. Вот и все проблемы. Но у нас пока предпочитают платить деньги подрядным организациям, причем ежегодно. Не исключено, что этот вопрос рано или поздно заинтересует прокуратуру. Эти фотографии потрясли не только гостей столицы Карелии, но и коренных жителей Петрозаводска, которых, казалось, уже ничем не удивишь. Мы привыкли едва ли не ежегодно наблюдать подобную картину на Лососинке в районе моста на улице Мерецкого. Но чтобы столько мусора в губе Онежского озера, такого не было уже давно. Оказалось, что городским чиновникам проблему решить не под силу. Это не входит в полномочия муниципалитета, это полномочия все-таки республиканской власти, тех, кто отвечает за водные объекты. В социальных сетях появились фотографии не только замусоренных прибрежных вод, но и снимки переполненных урн в районе набережной. С этим в мэрии пообещали разобраться уже в ближайшее время, потому что здесь уж точно ответственность города. В Карелии продолжают ловить браконьеров. Двое жителей Сартовальского района рискуют отсидеть за незаконную рыбалку. При задержании у них изъяли больше 200 особей рыбы. Ущерб составил около 50 тысяч рублей. С начала года в Карелии уже поймали около 150 нарушителей правил рыболовства. Примерно у половины конфисковали снасти. Браконьеры заплатят штрафы от 2 до 5 тысяч рублей. Инспекторы признаются, далеко не все жители или гости нашей республики приступили закон осознанно. Кто-то попросту не знал, где и на что запрещено ловить рыбу. Взять понтонный мост в Соломенном. В сторону Петрозаводска сейчас закидывать удочку можно, в сторону Логмозера уже нельзя. Ну, если сказать простым языком выразиться, то на сегодняшний момент запрещен сетевое орудие лова на всех внутренних водоемах, кроме нерестового хода корешки. Разрешено ловить орудие лова с четырьмя одинарными крючками длиной лески не более 10 метров. Если длина лески будет составлять не более 10 метров, и на блесне будет одинарный крючок. Если будет висеть тройник, это будет являться нарушением правил рыболовства.
Карелии действуют правила западного рыболовства и северного, причем к некоторым водоемам особые требования. Чаще это касается сроков на запрет ловли теми или иными снастями. Чтобы случайно не стать нарушителем, перед тем, как отправиться на рыбалку, лучше все уточнить. Телефоны для справок 767991 и 784903. В Карелии продолжается расследование громкого уголовного дела о взятках среди обвиняемых владельцы строительных фирм, которые обслуживали дороги республики, и руководители управления автомобильных дорог Карелии. Где стройка и деньги, там воровство и взятки. Народная мудрость по-прежнему актуальна. Следственный комитет Карелии расследует уголовные дела в отношении руководителей коммерческих организаций и республиканских чиновников. Последние, по версии следствия, в качестве взяток получили 12 миллионов рублей. За деньги они помогали предпринимателям спокойно жить и работать, а главное не волноваться за госконтракты. Выполненные работы принимали легко и без претензий. А как выяснили следователи, за покровительство щедро платили. На фоне происходящего, по словам карельских чиновников, качество дорог ухудшилось, а подрядчикам, которых нанимали руководители строительных фирм, деньги переводили нерегулярно. По мнению властей Карелии, правоохранительные органы, вмешавшись в ситуацию и заведя уголовные дела, подставили республике плечо помощи. Власти города обнародовали график отключения горячей воды. В большинстве домов ее не будет с 7 по 21 июня. Небольшая, но все же победа. Не 3 недели без горячей воды, а только 2. Сколько ни говорили о том, что можно вообще обойтись без летнего отключения горячей воды, так к этому и не пришли. Поэтому власти медленно, заранее начали готовить народ к этому не самому приятному событию. Внимание, график. С 7 по 21 июня горячей воды не будет в центре, привокзальном районе, Сулажгаре, на Октябрьском проспекте, Первомайском, на Галиковке, Куковке, Зарике и на Древлянке, в районе радиозавода, Перевалки, Рыбки и в Пятом поселке. С 6 по 20 июня горячей воды не будет в Соломенном, Песках и на Птицефабрике. С 9 по 18 июля от горячей воды будет отключена ключевая, 1, 2, 3 микрорайоны и 4 на улице Кемской. Остается поздравить тех, у кого бойлер или газ. Ну а теперь коротко о других не менее интересных новостях. Рекламная фирма в Петрозаводске устроила лесоповал. Сумма ущерба около 1 000 000 рублей. Разрешения на снос деревьев в мэрии не давали. Видимо, кто-то решил, что можно все. Деревья спилили на Лесном и Комсомольском проспектах, улице Лыжной, Лососинском шоссе. Среди них клены, береза, вязы, ольха. Полиция ищет виновных. Жесткое ДТП в Петрозаводске на Куковке. Один из участников аварии поворачивал налево, второй ехал прямо. От удара автомобиль разбросало по проезжей части. Один из водителей получил травмы, ему оказали помощь. Никто из пешеходов не пострадал. Егорки на них нет. В Сартовальском районе у пешеходного перехода установили манекен школьника и назвали Егоркой. Он заставляет водителей соблюдать правила, сообщили в ГИБДД. Егорка работает, машины снижают скорость. Нужно кому-нибудь в правительстве посоветовать. Не идут дела, например, в экономике. Заведите картонного Егорку. Вдруг поможет. Пока все, это была программа «Стоп-кадр» на ТНТ «Онега» и я, Ефим Овчинников. Есть любопытная информация, наш телефон 592050, сайт tnt-onega.ru. Заходите также в нашу группу ВКонтакте. До свидания.